Этот малый – самый настоящий укротитель змей. Этот маленький мангуст, как настоящий гладиатор, храбро бьется с более крупными хищниками за свою жизнь. Какие у него преимущества? А перед этим быстренько поставь лайк и подпишись. Мангусты – невероятно быстрые и ловкие ребята. В ряде стран мангустов заводят для борьбы с извилистыми рептилиями. Мангуст – одно из редких животных, которые могут бросить вызов змеям. Посмотрите, как этот малый может объяснить королевской кобре, что она не права. Он как Брюс Ли, быстро и ловко уворачивается от смертельных укусов кобры. Вымотав змею, мангуст без особых проблем одерживает верх над королевской коброй. Так что срочно ставь лайк и подпишись на этот канал. И до скорого!